Костик, беги! Кто в меня стрелял? Нет, 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 нет! Блять, сука! Бля, вот ты знаешь, что, кстати, хотел тебе, бля, вот рассказать? Короче, да. Играю, короче, в UFC сейчас, блядь. И ага. Вот, ты знаешь, у них это самое, как его, у электроников, блядь, ну это болезни, прям, обсирать игры, блядь. Я тебе говорю, вот просто, блядь, она вот, ну это UFC, вот такая же запоротая, блядь, как титаны, нахуй, просто пиздец её. Просто вот она так же стрёмно работает, блядь, её. Через жопу, блядь. Через жопу, да, блядь. Там, блядь, есть нахуй тренировка, тебе, блядь, надо нахуй пробить 15 апперкотов нахуй. Ты просто пробиваешь 10, тебе засчитывают только, блядь, нахуй 7, ё. Прикинь, блядь, ну пиздец вообще, вот я сижу, думаю, блядь, ну вот титаны ебать её, прям вот та же самая хуйня, блядь, вообще, ё. Блядь, вот этот бипкул, чувак, ё. Да. Вообще пиздец валенок, ё. Он прям стреляет в меня и на месте стоит, ё. Да куда, чувак, куда ты, блядь? Да. Ну тут вообще пиздец. А, у них титанов больше нету, все, да? Ну, я думаю, у них и не будет больше ничего, я... Ни титанов, ни пилотов, блядь. О, Костика, хорош. О, два китана у них. О, здорово, я нашел одного. Ой, я нашел второго. Бум! Я их покоцал нахуй ядеркой, бля, всех нахуй. Бля, почти. Бля, можно, конечно, взять Иона, но я что-то не думаю, что я больше, что я сейчас буду вызывать их. Хотя титанов у них вроде как хватает. На нахуй. Бля, два оленя нахуй. Чуть-чуть я двух не уничтожил. А. Одного прям расхерачил, буш, а второй прям там на дыцу ушел. От ядерки. Блять, этот бипкул просто катапультировался, блять, я на ядерке. Приземлился на землю и встал. Don't recry it. Он просто сидит в окне и из крабера щелит. Просто вот тупо на одном месте. Вообще никуда даже не переходит. Короче, бля, ну вот этот, короче, бипкул, у него, короче, ну он с контроллера, походу, играет, потому что он вообще, ну видно, что он вообще не двигается, блядь. Чувак не двигается, блядь, и просто вот, ну, ну ладно, ничего. Сотое поколение, Don't Cry Yet, он сотое поколение, он просто сидит, я тебе отвечаю, он сидит в одном окне, нахуй, и стреляет из крабера. Может, он купил этот просто, ё.
Ты имеешь в виду диск с игрой? Не диск с игрой, может, он аккаунт купил, блядь, у которого сотка уже была, блядь. Ну, в принципе, как вариант, может быть. Люди, которые наиграли в Титанах, могут продавать это самое. Ну, может, ну. Но я просто аккаунт такой не видел. Дидкул. Так, а ник-то, ник-то меняется, что-то. Ник-то легко меняется. Точно, 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 в натуре. Так что, блядь. Да, может, может быть. Аккаунт купили, а ник сменили. И да. Все. И все, и сидит с соткой, радуется, бля. Ну Щелит, бля. Я не вижу их вообще, блядь. Ну, я вот сейчас одного нашел, убил. Они в России на месте, никто не выходил. Ебать. Ты понимаешь, он тупо останавливается и стреляет с этой скрабера нахуй. Да. Он вообще мертвый. Да. Они все тут мертвые, блять, вообще. О, Легион, здорово! Ну да, и новичок. Не может так кто-то поколение играть. Хотя может. Пиздец. Ебать, ты чё творишь-то, блядь? Ты чё творишь-то, ёбаный рот, блядь, чувак, ём. Я думал, когда ядерку используют, нахуй, наоборот, отходит от Титана, блядь. А чувак на Легионе взял и подходить ко мне начал, бля, прикинь. Пиздец вообще, хуя себе. А, Вайпер пришел, я. Привет, Вайпер, напишу ему. Пока, Вайпер, напишу. В следующий раз зайдет, я его нахуй просто забаню, блядь, я хуй все, блядь. Туда в чат написал. Да, он написал, жду бана, блядь, я. Ага. Ну, ждешь, так ждешь, чё я. Дело хозяйское. Победный! Въебал этого как раз, блядь, ТФРУшника. Я видел. Угу. Ну да, он вообще пиздец. Он еще, блядь, у него этот стоит, как его, я. Ну, типа, чтобы автокатапультирование. А, понял, понял. Как у меня раньше. Да. Вообще бесполезная хрень. Ну да. Бум! Здорово, ебать! Не, ну тебя выкинет, конечно. Но то, да, что, блядь, ты не. Ты никого не покоцаешь, вот да, что, блядь. Да. Ты никого и не покоцаешь, блядь, нахуй. Да и это предсказуемо слишком, я тоже, блядь. Ну да. С ядеркой, конечно, тоже, потому что, типа, она там звук хотя бы какой-то, типа, издает ее. Но все равно, есть момент... Есть шанс, ты... есть шанс большой, да, что ты это самое, да. Как его. И Титана бахнет. Ты чё, блядь, чёрт нахуй, а? Я со жнецом просто в рукопашку зарамзил, блядь.